Всем привет! Давно тут не было видео с рецептами из Гарри Поттера, и я как раз вспомнил о тыквенном соке, который предлагали приготовить Лунатик и Максим Лазарко. И кто бы что ни говорил, это замечательный напиток, который обязательно стоит попробовать. Конечно же, для приготовления нужна тыква, но кроме нее еще и сахар. И в принципе все, это все ингредиенты, которые нужны. Перед тем, как приготовить сам сок, необходимо подготовить тыкву, для чего ее нужно очистить от косточек и остальных внутренностей, порезать и очистить от кожицы. Лично мне удобно делать это именно в такой последовательности. Когда тыква будет порезана, ссыпаем ее в кастрюлю и заливаем водой так, чтобы только скрыть тыкву, и ставим вариться на слабом огне около 20 минут. Когда тыква сварится и станет мягкой, необходимо пропустить массу через соковыжималку или измельчить блендером в той же кастрюле, после чего добавить сахар по вкусу и по желанию в воду, чтобы довести сок до желаемой консистенции. В такой сок также можно добавить яблоки, сок лимона, апельсина или мед. Но я люблю именно такой, пусть и простой, но классический рецепт. Теперь необходимо довести сок до кипения и можно сразу выключать. Сок получился насыщенный, яркий на вид, волшебный на вкус и, что немаловажно, очень полезным. Его можно пить как горячим, так и холодным. Приятного сокопития и пока!